Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Анна Нетребко перенесла коронавирус еще в сентябре. На ноги оперную певицу поставили быстро, ей понадобилось чуть больше недели. Однако последствия болезни до сих пор дают о себе знать. Солистка Мариинки призналась, что до сих пор не восстановилась на 100%, хоть и петь начала сразу по выздоровлению, передает канал 78. За 2 недели в принципе можно восстановиться, но не у всех это получается. Организм все-таки, конечно, дает сбой. И я до сих пор не могу 100% прийти в себя, пожаловалась Нетребко. Оперная дива также рассказала, что коронавирусом переболели почти все артисты Мариинки, которые тоже долго восстанавливаются после перенесенной болезни. Звезды жалуются на внутренний дисбаланс, ломоту и отечность, пишет 5-й канал. Спасибо за просмотр, пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи,